Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город». Вы смотрите программу «Время говорить», обзор событий рязанской жизни. Главные темы на сегодня в коротком изложении выглядят так. Началось. Российские школьники сдают первые предметы в рамках единого госэкзамена. Деньги давай. Фальшивомонетчиков из Молдовы разоблачили рязанские полицейские. Дело уже расследовано. Сейчас пою. Рязанцы поддержали всероссийский проект «Тысячный хор». Ну а теперь обо всем подробнее. В это воскресенье отмечается Международный день защиты детей. В его преддверии правоохранителям есть что сказать родителям, самым главным защитникам своих чад ненаглядных. Пресловутый глаз да глаз за малолетними все чаще отворачивается в какую-то другую сторону. Дети уходят гулять неизвестно куда и оказываются в воде. Они становятся жертвами автоаварий, горят в пожарах, устроенных пьяными родственниками. Наконец, от них просто избавляются самыми жестокими способами. Сейчас следователи проводят проверку обстоятельств гибели в Рязани двухлетней девочки. По предварительным данным, днем 23 мая девочка находилась дома вместе с мамой и старшей сестрой. Оставшись без надлежащего присмотра взрослых, ребенок выпал из окна, которое расположено на четвертом этаже дома. Малолетняя была доставлена в больницу, однако, несмотря на оказанную и квалифицированную медицинскую помощь, скончалась от полученных травм. Рязанские полицейские завершили расследование деятельности трех криминальных ловкачей из Молдовы, которые подозреваются в реализации фальшивых купюр. Об этом сообщает пресс-служба регионального ОМВД. А у нас сегодня некоторые подробности рязанской одиссеи молдавских пришельцев. Фальшивые монетчики порой тратят годы, чтобы наладить выпуск собственных денег. И это бы усердие, да в мирное русло. Деньги подделывали всегда, и в Древней Греции, и в Средние века, и в царские времена, и, конечно же, в наши дни. Даже знаменитый философ Диоген, говорят, был замечен в этом скверном занятии. А вот российские заводчики Демидовы чеканили очень хорошие монеты, не отличавшиеся от продукции императорского монетного двора, поэтому их не уличили. В наше время монеты, конечно, не чеканят, а вот фальшивые купюры отнюдь не редкость. Часто фальшивомонетчиками оказываются приезжие из соседних республик. И, как наглядный пример, недавнее уголовное дело. В октябре 2013 года злоумышленники, трое неработающих граждан Республики Молдова, объединившись в преступную группу, прибыли в Рязанскую область с целью сбыта значительного количества фальшивых денежных купюр номиналом 1000 рублей и 5000 рублей. Для реализации преступных намерений преступники выбрали торговую организацию, расположенную на территории Спасского и Пашковского районов Рязанской области, где успели совершить 6 преступлений, покупая на фальшивые деньги различные товары. Злоумышленники, конечно, наказаны. В ближайшее время они предстанут перед судом. Им грозит до 8 лет лишения свободы. А честным гражданам все же хочется в очередной раз посоветовать быть внимательнее при операциях с наличными. Обращать внимание на мелкие детали – цвет, качество бумаги, надписи на купюрах, дабы не стать обладателем подделки и избежать неприятных моментов. Сегодня рязанские школьники, равно как их братья по разуму всей России, сдают первые экзамены в системе ЕГЭ. Рособорнадзор сообщает, что в основном периоде единого госэкзамена планирует принять участие около 766 тысяч человек. Впервые в этом году ЕГЭ будет проводиться в наших вновь обретенных землях – Крыму и Севастополе. Сегодня сдают географию и литературу по выбору. Школьный народ, опять-таки по данным Рособорнадзора, предпочитает гуманитарный предмет. Литературу сдают почти 50 тысяч, географию – 30 тысяч выпускников. Следующий экзамен у школьников по расписанию – обязательный ЕГЭ по русскому языку. Дело будет 29 мая. Любопытный ролик заказало Министерство образования России, дабы вразумить школяров. Сдавать надо честно, а шпаргалки все одно найдут и накажут. В главной роли Тина Канделаки. Среднестатистическая человеческая особь затрачивает 2 дня, 18 часов, 36 минут, 17 секунд, 743 миллисекунды. Скрипников, Королев, Шувалов. Не проще было выучить? Рязань обошлась без социальных роликов с участием звезд, но должную информационную открытость наше региональное министерство демонстрирует. Время ЕГЭ – это и время брифингов. На первом была Наталья Новикова.
Сегодня начинается основной этап ЕГЭ. Первые экзамены география и литература сдаются в 83 регионах Российской Федерации. В этом году экзамены сдаются раньше обычного. По словам регионального министра образования Елены Буняшиной, это связано с тем, что изменились сроки подачи заявлений в высшее учебное заведение. Если раньше это можно было сделать до 31 августа, то теперь крайний срок – 15 июля. Еще одно нововведение – процесс сдачи единого государственного экзамена будут контролировать около 35 тысяч видеокамер. Видеозапись в ходе экзаменов будет вестись во всех пунктах проведения ЕГЭ. Также они будут оборудованы рамками и металлодетекторами. Но все это для ребят, я думаю, что не коснется ничего. Это сделается для того, чтобы показать прозрачность проведения экзамена, чтобы ни у кого сомнений не было о том, что я по-честному сдаю экзамен, а вот кто-то там не по-честному. Так что никаких шпаргалок и мобильных телефонов, только ручка и паспорт, и вперед, светлое будущее. В эту субботу в Рязанском Кремле прошел концерт областного тысячного хора. Это наш вклад в общероссийский проект, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В этот день русское слово звенело в песне и стихах особенно возвышенно, значительно. Праздник языка – это праздник народа. Есенинские проникновенные рифмы, лучшие стихи советских песенников, музыка, знакомая каждому с детства, даже наши старые песни о главном, которые любили еще бабушки и дедушки, звучат сейчас очень современно. Сводный хор в 1000 человек собрался на ступенях Успенского собора в Рязанском Кремле в празднование Дня славянской письменности и культуры в эту субботу. В этом году по всем крупным городам России состоялись подобные массовые концерты. В составе тысячного сводного хора были исполнители Государственного академического народного хора имени Попова, Рязанского музыкального театра, детского хора школ искусств, мужского хора «Любомир», а также вокалисты хоровых коллективов из 29 муниципальных районов области. Впервые вживую горожане услышали, как звучит гимн России в едином исполнении тысячи певцов. После исполнения государственного гимна перед слушателями, пришедшими в Кремль, хор исполнил музыкальные произведения на слова Сергея Есенина и музыку Евгения Попова, ставшие визитной карточкой Рязанской области «Над окошком месяц». В исполнении сводного хора, а также симфонического губернаторского оркестра прозвучали популярные произведения разных лет и на разный вкус. Это и русские народные песни, песни военных лет и, разумеется, советские шлягеры. Более полутора часов длился концерт тысячного сводного хора Рязанской области, который показал, что хоровое творчество не только сохранилось на Рязанщине, но и активно развивается. К другим темам. Сегодня бизнесмен России отмечает профессиональный праздник. В 2007 году президент России Владимир Путин подписал указ о введении в родном отечестве Дня российского предпринимательства. Как правило, свой праздник люди бизнеса отмечают тоже деловито. Проводятся форумы, круглые столы, выставки и другие совместные встречи. Рязанский губернатор, например, провел сегодня рандеву с представителями регионального бизнес-сообщества в формате делового завтрака. В связи с праздником Дня российского предпринимательства в одном из рязанских кафе состоялась встреча между представителями нашего бизнес-сообщества и губернатором Олегом Ковалевым. Общение проходило в неформальной обстановке. Это своеобразное новшество в нашем городе. Предприниматели и глава региона сидели за столом, угощались кексами и обсуждали насущные вопросы. Мы вообще решили провести в этот раз День предпринимателя серии круглых столов, на которых обсуждать проблемы, которые сегодня их волнуют.
Потом вот эта моя встреча, так называемый деловой завтрак, хотя завтрака я не увидел, только лишь попробовал чуть-чуть. Вот. Деловой завтрак и пленарное заседание, на котором опять же будут обсуждаться все эти проблемы. Таким образом, мы в этот день предпринимателя мы выкристаллизуем те вопросы, которые сегодня наиболее волнуют наших предпринимателей с целью дальнейшего развития. Олег Иванович ответил на все интересующие предпринимателей вопросы. Представители малого и среднего бизнеса, в свою очередь, озвучили волнующие их темы. Губернатор отметил, что такие встречи крайне полезны, ведь здесь ему удается лицом к лицу пообщаться с людьми в абсолютно открытой форме. Когда ты специально садишься для того, чтобы услышать, что тебе скажут, какие проблемы поднимут, какие вопросы просят решения, и где-то сориентировать тоже их на перспективу. В частности, допустим, частное здравоохранение. Перспективы имеют серьезные. Мы будем это поддерживать. Я не услышал это. Там, допустим, какие-то другие направления работы. Значит, в частности, этот радиоэлектронный класс, значит, тоже над ним надо поработать. Поэтому это очень важные встречи, и они будут проводить. Я проводил их, но будут проводить. Далее встреча власти и бизнес-сообщества сменила формат на совещание и переместилась в правительство Рязанской области. В разговоре о насущных вопросах бизнеса приняли участие предприниматели, представители общественных организаций и регионального министерства экономического развития. Поздравляю сегодня многих и многих наших честных и предприимчивых деловых людей. Это справедливо, потому что бизнес в России – вещь чрезвычайно трудная, да и что там скрывать небезопасное. Но вот уж кого сегодня рязанцы, мягко говоря, не превозносят, так это нерадивых предпринимателей. Например, похоже, полностью провалился поход фирмы «Экосервис» на борьбу с городским мусором. Бизнес, что и говорить, выгодный. Мусор всегда был, есть и будет. А потом народ платил, платит и будет платить за избавление от него, знай, работай. Однако как раз с этим у «Экосервиса» оказалось далеко не все в порядке. Очередной мусорный репортаж продолжает программу. Мусорные баки переполнены, пакеты и обертки лежат прямо на земле. Контейнерная площадка не убирается уже 2 недели. Именно так весьма неприятно обстоит ситуация с вывозом твердых бытовых отходов на улице Гаражной в поселке Ворошиловка. Местные жители недоумевают. Они оплачивают счета в приходящих квитанциях по услугам ЖКХ регулярно. Но мусорщиков из обслуживающей организации «Экосервис» на специальных уборочных машинах они видят лишь периодически, точнее, очень редко. А совсем недавно телефонным звонком жителей и вовсе уведомили, что «Экосервис» вообще перестает обслуживать их дома. Когда я позвонила в компанию «Экосервис», это я потом уже выяснила, что они от нас как бы еще не отказались, но уже в процессе они отказываются от нас. Там мне сказали, что они нашу улицу вообще не обслуживают. Совсем. И мусор они у нас не вывозят. Но, тем не менее, в квитанциях по оплате нам регулярно присылают, начисляют вот эту вот по тарифу оплату за вывоз ТБО. Мы платим за ТБО. И сейчас, да? И сейчас платим за ТБО, но у нас его не забирают. В общем, ситуация с вывозом мусора с улицы Гаражной весьма печальная, но характерная для современности. Люди платят деньги, необходимую услугу им не оказывают. Как быть дальше, совершенно непонятно. Кстати, вывозящая мусор организация «Экосервис» уже несколько раз попадала в подобные ситуации. Например, в феврале мусорные баки стояли переполненные в микрорайоне Кальном. В марте это же случилось в Конищево. Сейчас вот получается, что настал черед Ворошиловки испытывать неудобства из-за халатности или нераспорядительности коммунальной службы. В общем, жители настроены решительно. Они намерены обращаться с коллективными жалобами в прокуратуру и суд, чтобы привлечь к порядку нерадивых мусорщиков. Видимо, компания с гордым названием «Экосервис» достала уже и своих коллег-коммунальщиков. Так, несколько управляющих компаний столицы области, например, ГУЖК железнодорожного района и управляющей компании ЖУ-6, решили самостоятельно вывозить мусор с подведомственных территорий. Работают они в этом направлении с 15 мая и закупили даже спецтехнику. На этой неделе мы собираемся посмотреть, как это у них получается, поговорить с местными жителями. Ну и последнее на сегодня о необходимости ввести в Уголовный кодекс специальный состав по мошенничеству в налоговой сфере, заявил на встрече с президентом России бизнес-омбудсмен Борис Титов. Наверное, действительно болело. Владимир Путин ответил в стиле героя фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Дескать, такие вещи, уважаемый омбудсмен, с кондачка не решаются. Надо подумать. Налоговые новости, вопросы и пути решения проблем обсуждаем сегодня, практически сейчас, в программе «Подробности» ведущей проекта Евгений Зызин. А у нас все на этот понедельник. До встречи в эфире.